Ты изменилась? В чем это изменение произошло? В хорошую, в плохую сторону, плюсы и минусы. Я, честно говоря, отрицательных моментов особо не усматриваю. А плюсов добавилось, свобода добавилась, что там говорить-то. Если я, с своей точки зрения, убедил акционеров, то все, уже мне не надо там оглядываться. А когда централизованное руководство было, приходилось по 3 раза в месяц летать в Москву. По 3 раза. Вы сегодня 1 перелет сделали, так? Тяжелое дело. Тяжелое. А 3 поездки в месяц не оставляли вообще возможности работать. И собирали так, по поводу, без повода. А потом отношения, вот я не знаю, вам довелось или нет в централизованной системе поработать. А я-то все это дело застал, когда там министр на всех коллегиях обязательно кого-нибудь снимал публично. Ну, для острастки других. То есть человек был как окурок. Подкурили и выкинули. А сегодня есть возможность заключить контракт. Так на выгодных для меня условиях. Вот первый контракт, который я дал, еще тогда государственная машина работала, но завод уже был признан акционерным обществом. Хотя у государства там было 49%. Все, я поел контракт. 2 месяца держали. 2 месяца. А почему это? А почему так? Я говорю, вот я так решил. Я так решил, я так считаю, я так хочу. Я себя продаю. И все. Не устраивайте, не подписывайте. Не подписывайте, если вы считаете, что я много прошу. А тогда нельзя же было этого делать. Вот тебе дали зарплату и все. Скажите.